ты священномученича Анфиме, моли Бога о нас. Святый священномученича Анфиме, моли Бога о нас. Святого Духу, Господу помолим сердцем всем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолим сердцем всем. Спаси, Господи, весь сию. Господи помилуй, Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си, и благослови на Твоё имя. Святаго Евангелия Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И мудрость просим, услышим Святаго Евангелия. Мир всем. И Духу Твоему. Иоанна Святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помним. Говорит Господь ученикам Своим: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Аз есть им пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть им пастырь добрый, знаю моих, и мои знают меня, как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые нет всего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь». Господу помолим сердцем си. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже, нашла Тебе. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святый священномученичий Анфим, молимся за нас. Святый священномученичий Анфим, молимся за нас. Си святи, молите Бога о нас. Си святи, молите Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святая Богородица, спаси нас. Святая Богородица, спаси нас. Святый священномученичий Анфим, моли Бога о нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи молимся великому Господине, Отце нашему, святейшему Патриархе Кирилле, Господине нашему, Святопреосвященнейшему митрополите Сергия и высокопреосвященнейшему митрополите Илларионе и всем во Христе братьям нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, всем беспрестоящих, поющих и молящихся, ожидающих от Тебя великие богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братью, за все православные христианы. Услышанный Божий Спаситель, наше упование всех концев земли, сущих море доленче, и милости, милости Боли, Владыко, грехех наших и помилуйны, милости Бой, человека любит с Бог и сидите, славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. И сегодня, будто бы в пасхальных облачениях, все мы, священнослужители, предстояли пред престолом Отца Вседержителя. Кто в красных пасхальных облачениях, а кто, как по традиции, переоблачается в разные цвета, в желтый, синий. Сегодня мы прибыли из разных мест Алтайского края, из Сибирского, из города Заринска, из столицы Алтайского края, для того, чтобы почтить священномученика Анфима и поздравить настоятеля и прихожан вашего храма с престольным праздником. Во-первых, передаю слова поздравления от главы Алтайской митрополии, владыки
Сергия, по чьему благословению мы сегодня сюда все съехались. А во-вторых, хочу сказать, что та лампада, которая некогда зажглась в этой весе, радует своим светом, своим теплом нас и до сего дня, до сего момента. Радует то, что вера Христова, которая, казалось бы, в нашем Отечестве после стольких лет гонений, уничижения, должна была совсем загаснуть, она вновь вырывается. И хотя не сказать, что огромным столпом поднимается наша молитва на небо к Богу, но маленьким-маленьким ручейком все же туда уходит, по нашему смирению, по нашему разумению, мы так именно думаем, уходит туда, дерзаем надеяться, что к Богу. Ну а один из тех, кто предстательствует за землю алтайскую, за прихожан, живущих на Алтае, священномученик Анфим, тот священномученик, который пострадал за Христа, как говорил сегодня проповедник, это тот человек, тот епископ, который привел всю свою паству ко Христу. Каждый член этой общины сказал, что я верю в Спасителя Иисуса Христа. Перед лицом смерти, перед лицом испытаний, перед лицом того, что вот только скажешь это слово, и ты сразу же будешь обезглавлен. Или же сожжен, как 20 тысяч мучеников в Церкви Христовой. И все они с достоинством выдержали вот этот самый трудный экзамен. Святые отцы говорят, что вся жизнь православного христианина – это подготовка к последней минуте жизни. Подготовка к тому, какой ты дашь ответ именно в последнюю минуту своей жизни. Или же ты скажешь, что я под насильством того, какие на тебя нападают бесовские полчища в этот момент, говоришь, что оставьте меня в покое, я ваш. Или же ты, несмотря на эти насильственные полки, говоришь, отыдите от меня, я есть Христов. Казалось бы, простой ответ, но сколько мужества он должен содержать, сколько мужества должно быть в нашем сердце, чтобы именно так ответить. Человек, который себя не подготавливает, он, увы, так ответить не может. Нас всех призвал Господь во храм. Помните, как он трижды спрашивал апостола Петра, когда тот, несмотря на свое призвание, вдруг говорит таким же собратьям, своим апостолам, пойдемте ловить рыбу. И они, оставив апостольство, пошли ловить рыбу, и Господь трижды спросил у него, любишь ли меня, Петр? И тот отвечает, да, люблю тебя. И тогда ему говорит Господь, паси овцы моя. И потом второй раз спрашивает, любишь ли меня? Тот говорит, люблю, паси овцы моя. И третий раз, и даже до того, что оскорбился Петр, говорит, ты же знаешь, как люблю тебя. Три раза не случайно ему Господь напоминает о том, что ты взялся до определенный духовный куш. И не говори, что не идешь, неси его до конца. Так должно быть и в жизни каждого из нас. Будь то священнослужитель или простой мирянин, прихожанин, если мы взяли за гуж, который называется крест Христов, нести его нужно с достоинством, не взирая и не оборачиваясь, раз взялся за рало, не оборачиваясь на то, какие же мы оставили за спиной свои развлечения, жизнь мирскую, что мы потеряли для мира, но нужно видеть, что мы впереди обретем, когда достигнем Царствия Небесного. И самое главное, конечно, в нашей жизни, а нужно сказать, что мы это самое главное забыли сегодня. Большинство из наших людей, русских людей, стали, хотя и крещенные носят на себя крестики, по сути своей язычниками. Потому что, как язычество являлось натуральной религией, то есть захотел урожая, принес жертву определенному божеству, захотел хорошую погоду другому божеству, захотел, чтобы не было наводнений третьему божеству,
чтобы не бояться грома четвертого, чтобы не болеть пятому, так и мы сегодня. Очень часто, когда чего-то хотим, идем в храм не для стяжания Духа Святаго, как сегодня говорились, а для того, чтобы поставить свечку, и думая, что поставим свечку, мы сразу достигнем определенного. Или здоровье, или благополучие. Будет у нас квартира, машина и другое. Это такое вот языческое сегодня верие, народоверие, увы, как паутина очень и очень многих оплела. И выйти из этого будет совсем-совсем сложно. Очень-очень трудно. Но мы верим и надеемся, что Господь по молитвам не оставит русских православных христиан в такой вот запущенности, в такой беде. И как в древней церкви, которая утверждалась на крови мучеников, просияли первые мученики. И уже на их фундаменте появились и святители, и преподобные. Так сегодня наша Алтайская церковь, она тоже имеет... Сначала священно были прославлены великих святых новомученики и исповедники российские, которые за веру Христову пострадали в годину гонений. Но уже и сейчас мы утверждаемся и преподобными, имеем преподобного Макария и святителя Макария, которые по сути были апостолами, проповедниками. Проповедниками веры для алтайцев, но Господь их показал и русским людям в том числе. Потому что митрополит московский Макарий, хотя и начинал здесь, в глуши, в тайге алтайской, закончил жизнь свою на московской кафедре. Господь его не только духовно возвеличил, но и возвеличил в глазах других людей, показывая, что именно смиренные сердцем поднимаются и возвеличиваются в очах Господних. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю еще раз с праздником, дорогой отец Иоаким. Желаю вам многих лет здравия. Сейчас мы в очень непростое время живем. И вот буквально перед тем, как приехать незадолго до вас, вышел тоже из карантина, переболел тоже коронавирусом. И это вот время Господь как бы останавливает нас от мирского бега. Дает 2 недели возможности побыть наедине с собой, со своей душой, подумать. Хоть, может быть, ты и не хочешь, но тебе так обстоятельства сложились, что подумать дает возможность Господь о своей собственной жизни. Ну и как бы в душе некий поворот происходит от слова к доброму, от недуховного к духовному мыслям и житию. Дорогой отец, каким здоровья тебе, хотя это болезни считаются посещением Господним, но сколько мы не желаем друг другу духовных благ, всегда заканчиваем пением многое-многое лето. Многое лето, благоденственное, мирное житие. Здравия и спасения во всем, благое поспешение. Подашь, Господи, настоятелю святого храма сего, прихожанам, жителям Богом спасаемой, весь и сей, всему священному собору. И сохрани их на многое и благое лето. Благое лето. Я от себя и от всех чад духовных, от всей общины выражаю благодарность, сердечную благодарность владыке Сергию. Передадите отцы и вам, что ни один престольный праздник он не оставлял. Если случилась какая-то причина, не мог, то а кого, говорит, тебе послать, батюшек? Я говорю, владыка, ну кого? Ну я вот отца Андрея, там это, до отца Дениса не мог дозвониться, но я ему позвоню. Да. Ну и все. Вот. Это, видите, какое украшение. Это общение нам полезно и нам, и всем приходящим. А у нас так редко бывает такое общение. Все заняты, батюшки, больше требами там, и службы между тобой-то. Стройками. Стройками там это все, где достать, что как это. Понимаете что? А Господь
и воскресный день нам выделили для этого. Престольная праздник. Как-то было у нас, девочка была, ей лет, наверное, 7. И кто-то приехали с района и встретили ее там, и спрашивает ее: ну как вы здесь живете? Да, мы, слава Богу, живем хорошо. Ну а чем же вы занимаетесь-то здесь? А у нас все идет по кругу. У нас, говорит, Рождество, Пасха, День деревни, престольный праздник. И опять все по кругу у нас идет. Все праздники. Интересно, они потом говорят, интересно, как она, говорит, ответила, что у вас это все. Да, интересно. Все. Поэтому и вас, дорогие отцы, я сердечно вас всех благодарю, что вы украсили наш праздник. Да и молитва. Господь говорит, где двое или трое собрано во имя мое, там и я посреди них. А нас сегодня, священников, не двое, трое, пятеро, а прихожан много. Сегодня меньше. Почему у нас меньше? Потому что время горячее. Те, кто сеют, каждую минуту улавливают. Между дождем, там, между росами, где... Поэтому счастье на работе сегодня. Потому что у нас по уставу только воскресный день. Они не будут этого делать. Вот. Ну и там праздники, великие праздники. Поэтому, значит, так. Поэтому и о них сегодня мы, отруждающие, также в молитве поминали, чтобы Господь благословил их труд. Ну что еще? Дай Бог, чтобы это общение еще у нас продолжилось. Господь дал бы нам время еще. Батюшка сказал, что да, жизнь христианина, готовность к вечному, оно так. Но вот когда приближается, как-то, знаете, охота, уж больно хорошо, красиво все здесь у нас на земле. Я знаю, что да, туда, но как-то оно внутренне как бы противится этому, вот это тело-то противится. Да. Как хорошо, а как будут без меня? Там что? Господь устроит все, как будет. Ну, а все равно это так думается. Но хвала Господу, благодарение Ему и вам, отцы все. Вот. Храни вас, также Господь, на много лет. Спасибо. Спасибо. Отец Денис, благослови. Тебе Богу хвалим. Пойте. Подходите все. Да,
что с ним? Иди с вами. Да, руки можно. Как мне лучше, как правильно. Так, как ты здесь? Все помещаем, сейчас, Николаевич. Да. Так, наши, ты кто есть там эти? Так, фотограф. Теперь давай к нам. Наши фотограф. Вот, да, вот ваш. Давай. А вот так вот делай. Нет, наших нет. И этот не вылетал. Молодец, девчонка.